Уменко Артем, флейта, 13 лет, Москва, класс доцента Александра Михайловича Голышева. Партия фортепиано Елена Константиниди. В программе Козелла, Сицилиана и Бурлеска. Науменко Артем, флейта, 13 лет, Москва, класс доцента Александра Михайловича Голышева, партия фортепиано Елена Константиниди, в программе Райхерт, меланхолическая фантазия. Thank you.
Мы рады приветствовать вас на 7-м международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Сегодня мы впервые проводим 3-й заключительный тур в одном из лучших концертных залов мира – в Большом зале Московской консерватории. Нашим финалистам помогает Академический камерный оркестр «Музыка Вива» и его руководитель – народный артист России Александр Рудин. Выступление финалистов оценивает объединенное жюри. В его составе дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Евгений Робертович Бушков. Народный артист России, солист Московской государственной академической филармонии Александр Александрович Князев. Народная артистка СССР, народная артистка Грузии Лиана Александровна Исакадзе. Шеф-редактор студии музыкальных программ телеканала «Культура», заслуженный деятель искусств России Валентин Григорьевич Тернявский. Профессор Московской консерватории, народный артист России Сергей Леонидович Доренский. Профессор Московской консерватории, народный артист России Михаил Сергеевич Воскресенский. Профессор консерватории города Вильмомбль Жерар Ганасья. Профессор Московской консерватории, народный артист России Марк Ильич Пекарский. Профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, народная артистка России Александра Михайловна Вавилина-Мравинская. Главный дирижер театра «Геликон-Опера», народный артист России Владимир Александрович Понькин. Солист Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского Владимир Николаевич Пермяков. Солист Оркестра Государственного академического Большого театра Алексей Олегович Корнильев. А сейчас мы начинаем конкурсные прослушивания. Звучали фанфары. Это значит, что мы переходим к следующей номинации, к следующей специальности – духовые и ударные инструменты. Участнику, который выйдет сейчас на сцену, музыкой пришлось заниматься с раннего детства. Он начал петь, причем не любые мелодии, а собственного сочинения. И пришлось маме, физику, писать тексты к этим мелодиям, которые он сочинял, а папе вести ребенка в музыкальную школу. Но класса композиций там не оказалось, и нужно было выбрать инструмент. Этим инструментом стала флейта, которая впоследствии помогла своему хозяину выиграть несколько международных конкурсов. Артем Науменко.